идеальной была бы ситуация, если бы Украина осталась целым неделимым государством при признании действительно широких полномочий, автономии и самоуправления этих важных стратегически промышленных регионов. Без Харьковской и Днепропетровской областей Луганск и Донецк, они депрессивные, они дотационные. Они просто-напросто, как и Крым сейчас, повиснут на шее Российской Федерации. Это будет нищая страна, понимаете, шахты убыточные, 200 шахт, половина убыточных. Туда нужно вкладывать большие деньги. Там русские люди, я за это. Но для этого нужно изменить совершенно социально-экономический курс. Новый курс сделать в Российской Федерации экономический. Путин сохраняет старый курс. При нем эти районы будут не условием развития Российской Федерации, не условием превращения в Великую Россию, а камнем на шее. Вы знаете, и сам Юго-Восток говорит о том, что они просто хотят быть независимыми. Они не хотят быть частью России или частью Украины, они просто хотят быть независимыми. При этом больше связи иметь, разумеется, с Украиной, потому что это их родина, это там, где они родились, и там, где они выросли. Нам не надо вмешиваться во внутренние дела соседнего государства. Надо пытаться налаживать экономические взаимоотношения. А что касается политических, я думаю, они подойдут, как говорится, дойдут сами. А экономически вот эти области, они связаны с Россией достаточно давно и экономически ориентированы именно в первую очередь на российский рынок. Ну, та позиция, которую занимает, по крайней мере, наше руководство, она такая выдержанная, лишенная какой-то риторики категорической, скорее выжидательная позиция, она наиболее правильная в этом случае.